Если, к примеру, птица, находящаяся на зимовке в Юго-Восточной Азии, заразилась гриппом, прилетит в Камчатский край, то возникновение данного заболевания очень даже вероятно. Такая ситуация складывается ежегодно на протяжении уже более 3 лет. И в этой связи совместно с Министерством природных ресурсов Камчатского края проводится работа по мониторингу дикой птицы, в основном водоплавающей. Охотники во время весенней охоты добывают птиц и сдают пробы патологического материала для исследования на грипп птиц, для раннего обнаружения данного заболевания.